день. Давай приступим. Люди напуганы. Мы должны его поймать. Следуй за мной. Тело находится здесь. Я слишком стар для этого. Тебе придется проползти под лентой. Давай пошли. Тело разлагается, пока мы разговариваем. Патрульный сказал, что на месте обнаружен манекен. Похоже на работу кукольника. Весь город просто кишит больными маньяками. Господи, и почему они всегда убивают в таких отвратительных местах? Почему они не могут делать это в спокойном месте, без наркоманов и головорезов? И не в таких темных местах? Господи, я чуть не пристрелил эту сволочь. Пошли, от этого места у меня мурашки по коже. Томас, я не могу быть здесь весь день. Давай приступим. Я сломал фонарь, а твою грёбаную машину. Лучше включи свой. Я слышал, что ты боишься темноты. «1-14, 1-14, докладывайте. Федералы прибыли?» «Это Бейкер, ФБР на месте. Конец связи». «Принято». Агент Томас, это офицер Бейкер. Бейкер обнаружил тело на патрулировании. Агент. Боже, больной ублюдок. Томас. Привет, Томас. Это лейтенант Роза. Я снова буду твоим техническим помощником в этом деле. Наша система передачи данных позволяет тебе расследовать и собирать улики на месте преступления и отсылать их мне для анализа. Когда у меня будут результаты, я свяжусь с тобой по телефону. Хорошо. Давай работать. Давай начнем с выяснения причины смерти. Когда твои инстинкты подсказывают тебе, что улики рядом, подготовь свой прибор. Система выберет для тебя нужный прибор, так что не волнуйся об этом. Используй ультрафиолет и найди место травмы. Оно будет светиться ярко-фиолетовым. Задушили рукой. Очень сильной. Отпечатки отчетливые. Кроме одного. Синяк указывает на то, что убийца правша. И у него нет указательного пальца на руке. Здесь должно быть что-то еще. Что-то, чего мы не видим. Thank you.
исследую лазером место преступления. Если будут улики, они будут светиться ярко-зеленым. Эй, Беккер, выключи свет. В темноте лазер агента работает лучше. Обрабатываю изображение. Вот оно, тот же след. Такой же почерк, как у остальных? Это работа парня, которого мы прозвали кукольником. Он жестоко убивает молодых женщин и оставляет их рядом с мужским манекеном из универмага. Манекен всегда немного обезображен шрамом на лице. А если по делам посмотреть? Я уверен, что у убийцы такой же шрам. Пока все тщетно. Бейкер, не кури на месте преступления. Я не курю. Но кто-то же курил. Дым идет отсюда. Черт возьми, я чую сигаретный дым. Он прямо над нами. Нужна подмога, сейчас же. Это офицер Бейкер. Нам немедленно нужно подкрепление на углу 4 и Старк. Подозреваемый в убийстве все еще в здании. Подкрепление в пути. Примерное время прибытия 10 минут. Так точно. Бейкер и я зайдем с черного хода. А ты жди подмогу. Дерьмо. Он играет с нами. Изменения в планах. Бейкер, проверь эту дверь. Томас, проверь здание и включи электричество. Все чисто, агент. Чем быстрее мы здесь закончим, тем лучше. Идем. О, ради бога, будь осторожен. Бейкер, я не знаю, под действием ли они нового наркотика. Дай мне это. Томас, это Дикинсон. Один идет к тебе. Будь готов ко всему. Эй, свинья! Я знаю, что ты там внизу. Федеральный агент, выходите с поднятыми руками, или мне придется использовать силу. Пошел нахуй! Просто кишит ими, Томас. Наркоманы, бродяги, психопаты. Они повсюду и очень жестокие. Будь осторожен. Thank you.
Стойте!
Томас, Томас, ответь мне, что случилось? Мы слышали взрыв. Да-да, я в порядке. Коробку предохранителей закоротило. Похоже, я в ловушке и подозреваемый завладел моим пистолетом. Что? Как это случилось? Возьми этот топор и проруби себе выход. Ты всегда можешь найти инструменты вокруг себя, чтобы преодолевать препятствия. Ты можешь даже использовать такие вещи, как топор или кувалда в качестве оружия. Они наносят серьезные повреждения, но немедленные. Спасибо. Да, тебе нужны советы. Мы с Бейкером пройдем другим путем. Постарайся остаться целым. О, и еще. Если ты попадешь в неприятную ситуацию, используй свой электрошок. Если ты достаточно приблизишься, то сможешь обезоружить этого слизняка. Черт!
Ну как это? Быть с другой стороны пушки? Слушай сюда, ублюдок. Не мешай нам. Мы оба на одном пути к справедливости. Томас! На пути бывают странные повороты. Стоять не с места! Брось оружие! Немедленно! Готовься, агент Томас. Смерть скоро придет за тобой.